Елена Каширская живет в одной из квартир по адресу улицы Гагарина, 99/1. В ее доме отключен стояк холодной воды. 11 месяцев семья обходилась горячей водой. К трубе были подключены унитаз и стиральная машинка. Но не так давно горячую воду перекрыли тоже. И задолго ОЖЭК Теплоэнерго передало Кастрансгаз Аймак. После этого в доме пользуются только покупной водой. 11 месяцев живем без холодной воды. Из-за нашего соседа гражданина Хилова, который на протяжении много времени не меняет свои трубы со времен постройки дома. Никаких мер никто не принимает, никто ничего сделать не может. Вот просим помощи у судебного пристава, у телевидения, потому что дома нету ни горячей, ни холодной воды. Каждый день, по 3 раза на день, соседи бегают, покупают мне воду. Елена Каширская пыталась решить проблему самостоятельно. Звонила в КСК, в палату частных судебных исполнителей, ТО «Батыс-Сорнасы» и ОЖЭК «Теплоэнерго». Но реально ей пока никто не помог. Вчера была врач из поликлиники, делает замечание, почему у ребенка везде потница, почему в памперсе. Зашла, убедилась, воды ни капли нигде нет, купать мне ее нечем. У судоисполнителя имеется на руках решение суда. Владелец квартиры на 3-м этаже дома обязан открыть квартиру. Соседи за собственный счет готовы ему заменить трубы. Но мужчина редко появляется дома и делать это отказывается. На исполнении находится исполнительное производство о обязании гражданина Хилова предоставить доступ к его квартире для замены стояка. Ввиду того, что значит весь стояк сейчас без воды, ну, имеется в виду жильцов. В настоящее время мной направлен материал в суд о взыскании с него пени в доход государства за неисполнение данного решения суда. В дальнейшем планируем в присутствии понятых сотрудников полиции принудительно вскрыть дверь и произвести замену данного стояка. Все попытки связаться с владельцем квартиры по телефону или встретиться лично успехом не увенчались. Роман Копняев, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42.